Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить Dragon Age Origins за нашего замечательного воина-гнома. Как вы помните, мы пережили осаду Рэдклиффа, и теперь осталось только пробраться в замок и желательно всех там спасти. И заодно найти дочку кузнеца где-то там. Да. Ой, этот замок Рэдклиффа, ох уж этот Рэдклифф, вообще от начала и до конца. Хотя, это только тень будущих проблем. Итак, мы здесь. Что здесь есть? Ничего тут нет. Хорошего, по крайней мере. Классные звуки, да? Я с места не сдвинусь. Товарищ Дюран. Нет, стоп, не так. Господи. Вы там кто? О, ё-моё! Они атакуют дверь! Быстрей! Мне почему-то казалось, что они уже на нас. О, смотри, там кто-то орёт. Это, наверное, дочь кузнеца. Я очень на это надеюсь. Морриган? Я, конечно, понимаю все. Давай вот этого немножко заморозим, чтобы он не... Нет, стоп. А хотя да, давай. Чтоб он не шевелился вообще никак. Так, вот это вот, пожалуйста. Да. Смотри, его не заморозило, его так охладило только. Во, сейчас проверим нашу замечательную способность. Да чего же, я этого не люблю. Во, хорошо, смотри. Видели? О-о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 -
еще чуть-чуть. Молодцы. Это хорошо, что ты пошел. Опрокинь его, пожалуйста. Лежать, твари. Морриган, ты можешь что? Молнией. Спасибочки. И еще разок вот эта фигня. Ох, хорошо вошло. Ой, как приятно. О, так это как-то двояко прозвучало, но вы меня поняли. Ужас. Так, вот, тройное. Тройное атаку. Давайте посмотрим. Словил, молодец. А мы все еще живы. Да мы очень даже живы, слушай. У нас даже здоровье. Кто здесь? Есть тут кто живой? А, нет, не дочь. Погоди. Ты не очень-то похож на стражников Орлесы. Ты не из замка, что ли? Возможно, а ты что здесь делаешь? Меня зовут Йован. Я маг. Меня наняла леди Изольда, чтобы я учил ее сына Конора. Я и учил, пока меня не бросили в подземелье. Это ты отравил Эрла, да? Я стыжусь этого. Когда Эрлесса взяла меня в учителя Конору, она понятия не имела, что мне поручили сделать. Скотина. Я знаю, в это трудно поверить, но к появлению тварей и убийствам в замке я не причастен. Когда все это началось... Я был уже в темнице. Вначале сюда пришла леди Изольда со своими слугами и потребовала, чтобы я исправил то, что натворил. Я думал, она имеет в виду, что я отравил Эрла. Тогда-то я впервые услышал о ходячих мертвецах. Эрлесса думала, что это я призвал демона, чтобы мучить ее семью и уничтожить Рэдклифф. Потом она... Меня пытали... Но я не мог ничего сказать или сделать, как бы не хотел. Тогда меня бросили обратно в темницу. Почему ты отравил Эрла и Амона? Так велел Тейрн Лагейн. Мне сказали, что Эрл и Амон — угроза для Ферелдена. И если я с ним покончу, Лагейн переговорит с кругом. Видишь ли, я Малификар, маг крови. Ты маг крови? Правда? Никогда бы не подумала. Маг крови. Вот это плохо. Я заинтересовался запретной магией, и за это меня приговорили к смерти. А Лагейн обещал дать возможность оправдаться. Но теперь он про меня здесь позабыл, да? Все развалилось,
И я за все в ответе. Я должен это как-то исправить. Должен. Но как? А зачем Арлисе понадобился маг в учителя для ее сына? Конор начал проявлять кое-какие способности. Леди Изольда боялась, что круг магов заберет его для обучения. Конор? Маг? Поверить не могу. Само собой, ей нужен был отступник. Маг, не состоящий в круге. Чтобы научить сына скрывать свои способности, Эрл об этом вообще даже не ведал. Он очень внимателен к своей семье. Что я могу сказать? Так, может быть, ее сын как раз виноват в случившемся. А Эрл, он не подозревал... Как, он не подозревал серьезно о способностях сына? Нет. Изольда делала все, чтобы держать его в неведении. Он ведь поступил бы как положено. Даже если пришлось бы расстаться с сыном. И она это знала. А ты многому успел обучить Конора? Кое-чему. Но он все-таки слишком юн. Он едва может сотворить небольшое заклинание. А о чем-то мощном и речи нет. Во всяком случае, не намеренно. Я думал над этим. И не стал бы исключать возможности, что это Конор нечаянно порвал завесу. Когда завеса была прорвана, демоны и духи тени могли проникнуть в замок. Могущественные демоны могли сотворить из убитых ими людей ходячих мертвецов. Но почему Изольда так боялась, что ее сын станет магом? Потому что тогда его бы у нее отняли. Навсегда. Маг не может наследовать титул, даже если он сын могущественного Эрла. А еще она очень набожна. То, что ее сын оказался магом, было для нее позором. Понятненько. Я правда не знал, что так все получится. Готов поклясться. Позволь помочь тебе поправить дело. Мне кажется, этот юноша нам еще может пригодиться. Если же нет, то пусть идет куда хочет. Но зачем держать его в заточении? Эй, постойте! Не будем забывать, что он маг крови. Нельзя же просто взять, да и выпустить на волю мага крови. Что, лучше убить? Взять и казнить его за то, что ошибся? Кто это говорит? Алистер или храмовник? Это говорит здравый смысл. Мы ведь даже не знаем всех подробностей. Он же хочет искупить вину. Неужели ему можно отказать в такой попытке? Кто про что, а вшивый все про баню. Каждый заслуживает возможности оправдаться в глазах Создателя. И этот человек ничуть не хуже других. Даже не знаю. Он маг крови. Но и ситуация у нас исключительная. Дай мне шанс, пожалуйста. А как же ты хочешь все исправить? Я... Ну, я бы попробовал спасти там всех. Наверняка я что-то могу сделать. Хорошо, а потом? Потом? Наверное, меня бросят в темницу. Или казнят. Или... Что там обычно делают с такими, как я? Мне надоело бегать от круга. Я хочу ответить за все, что сделал. Кстати, мы бы этого персонажа знали бы лучше, если бы мы начали игру за мага. Ну, если это правда, то похвально. Рад, что ты так думаешь. Так что теперь? Пожалуй, придется еще тут немного посидеть. Ладно, я выпущу тебя из камеры, но не делай глупостей. Ты меня выпускаешь? А что потом? А вот это уже сам решай. Да-да-да. Пойдешь со мной. Можно так сделать? Я не уверен, что это хорошая идея. А что так? Я бы и рад помочь, но не уверен, что мне хочется вместе с тобой лезть на рожон. Ни с чем выбирать не приходится. Или пойдешь со мной, или останешься здесь. Тогда возьми да помоги. Предпочитаю, чтобы... я тебя убил, господи. Ну, тогда возьми ее да помоги. Не делай все еще хуже. Ничего не натворю, обещаю. Я найду способ все это исправить. А ничего, что у нас ключа нет? Магия главного героя открывает любые двери, если они сюжетные. Морриган одобряет, Алистер, естественно, нет. Лилиана тоже одобряет, но немножко.
Так, что у нас там? Отступники. Новички нередко считают, что маг-отступник и малификар – суть одно и то же. И в самом деле, церковь за прошедшие века приложила немало усилий, чтобы утвердить в умах это мнение. Истина, однако, в том, что, хотя отступник зачастую бывает и малификаром, но не всякий отступник – непременно малификар. Малификар – это маг, который применяет запрещенные знания, такое как магия крови и вызов демонов, в то время как отступник – это просто любой маг, который не подчиняется правилам круга, а следовательно и церкви. За ними охотятся храмовники, довольно часто они, чтобы выжить, обращаются к запретным знаниям, но было бы лучше сказать, что все отступники начинают именно с этого. Традиционно отступниками становятся в двух случаях: либо это маги, которые бежали из круга, либо маги, которые изначально никогда не были в круге. Последняя категория включает тех, кого мы обычно называем подзаборными магами. Жители глухой провинции, чьи магические приемы сильно отличаются от наших. Иные из этих подзаборных магов даже не подозревают о своей природе. Их неразвитый дар проявляется различным образом, что маг такого сорта может счесть проявлением веры, силы воли или делом чужих рук, в зависимости от его характера. Некоторые из этих традиций переходят из поколения в поколение, как в случае с так называемыми ведьмами хасиндов или шаманами аварских дикарей. Неважно, каким образом маг стал отступником, церковь обращается со всеми одинаково. Храмовники открывают на них охоту, чтобы предать правосудию. Почти во всех случаях правосудие означает казнь. Если имеется крайне веская причина оставить этого мага в живых, применяется ритуал усмирения. Считаем ли мы круг магов подобную систему справедливой, не имеет значения. Она такова, какова есть. Вот так вот. Бам-бам. У меня был левел, только что нет. Обида вообще, тоска, печаль. Так, тут ничего, только меня тут не запирайте, пожалуйста. Ага. Так, а там есть что-нибудь заныкано? За этими дверями-то страшными. Нам еще дочь надо найти. Твоя кузница. Что-то тут тихо, больно. Подозрительно. Блин, эти звуки, это жесть, какой-то хоррор. Так, чё-чё-чё? Записка. Хорошо. Кодекс, свернутая записка. Ну-ка, давай. Надеюсь, что нашедший эту записку сможет ее прочесть. Не хочется думать, что моими последними словами будут разжигать костер или, не приведи создатель, подотрутся. Но это уже не мне решать. Меня зовут Браннон. Я родился в Рейнсфире. Когда-то выращивал яблоки. Когда пришли орлесианцы и потребовали, чтобы я склонился перед их императором, я послал их куда подальше. И тогда они подожгли мой сад. Дом тоже подожгли, но это меня заботило меньше. Я стоял и смотрел, как все горит. Что ж, деревья в конце концов умирают, дома рушатся, но честь у меня не отнимешь, если только я сам от нее не откажусь. Через неделю они вернулись и потребовали присягнуть на верность. Когда я и в этот раз отказался, меня заковали в кандалы. И вот я здесь, и в этом месте я умру. Может показаться, что ради этого глупо умирать, не так ли? Я мог бы сказать несколько слов, а заново отстроить свой дом, продолжать жить так, словно ничего не случилось. Но десятки поколений моего рода жили и умирали на этой земле, и я не отступлюсь честью, поступлю с честью семьи ради яблок. Как бы вы ни были, и за что бы вы сюда вас сюда не упрятали, если вы когда-нибудь выберетесь отсюда, пожалуйста, загляните в Рейнсфир. Там никого из нас не осталось, но мою семью вы все равно найдете. Мы впечатаны в ту землю. Мы растворены в ветре, что шелестят кронами деревьев. Расскажите моей семье, как я умер, и, честное слово, они вас услышат. Браннон. Хм. Рейнсфир. Это где это он находится-то? Я уже не помню даже таких мест. Твою мать! Ты что ж ты меня так пугаешь, дрянь такая? Господи! Чуть богу душу не отдала. О, боже мой, повылезали. Я ж помню, да, что они тут будут. Не показалось, значит. Господи, скотин какая. Волочащийся мертвец, господи, боже мой. А-а-а! За что так вообще со мной? Что ты скажешь? Ой, что-то вас многовато, ребят. Дюранчик назад. Трофей, трофей хочу, орёт. Опять. Давай. Готово. Ой. Стоп, 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 стоп. Да ё-моё. Я готова.
Вы что там, стреляете в меня? Охренели, что ли? Надо сюда забежать и оглушить их всех чертям. Не, надо сюда, чтобы всех оглушить. Не надо меня бить, идите в зопу. А что, не сработал, что ли? Давай, слышь. Ой, не то. Черт. Раз и готов. Угу. Так, давай. Так, там. Алистер, ты где там есть-то? Вот этого опрокинь, что-то он охренел. Не, вот так вот давай. Дюранчик. Давай, роняй. Вот так вот. Лиля. Давай ближний бой, слушай. А что ты стоишь, слушай? Я, конечно, все понимаю, но... Так, вот в того давай, он почти умер. Вот теперь точно умер. Все? Господи. Я так и знала, что они сейчас вылезут. Думаю, что не вылезают? Я не помнила точно, но вот было ощущение. Смотри, не лезут и не лезут. Думаю, может, мне показалось. И в этот самый момент, блин, как возьмут, как повылезут. Твари. Длинный лук. Ну, пускай будет. Почти левел. Черт. Как бы не пожалеть. О том, что я не взяла взлом. Угу. Ладненько. Как пожелаешь. Ну, это, конечно, все замечательно, но вот вы видите вот это, да? И это, да, дверь сразу откроется. Понимаете, в чем дело? С другой стороны. Лиля? Этот не согрелся, отлично. Беги сюда. А тут бегут. Молодцы, красавцы. Морриган. Я постараюсь. Встречайте, уродца. Чего же я этого не люблю? Постой пока. Поотдыхай. Слушай, а вот вообще сколько ты снимаешь? Да. Скажи мне, стрелой? И не стрелой. Блин, они бьют, я не могу понять. Если честно. Надо как-нибудь затестировать это дело. Так, ну, в принципе... Мы можем открыть тут и вломиться сбоку, с фланга. Но это нам не сильно поможет, если честно. Вот это вот мне не нравится абсолютно. Как-то вот вообще мне это не нравится. Лучше сперва, конечно, с этим разобраться, потому что если они отсюда потом вылетят, а они вылетят, потому что там двери открыты, там все прекрасно видно. Так, знаешь что? Давай-ка обратно.
чуваки. Ребятки. Ага. Конечно, жалко, что они все там согрены. Я сейчас сделаю глупость, конечно. Что, почему нет? Идите в зепа. Стреляй, Морриган. Чем-нибудь. Так. Не, пока поберегу это дело. Давай, знаешь, что, сперва порчу уязвимости. Алистер, сюда. Дюранчик, сюда. Алистер, ой, Алистер, господи, Морриган, что давай чуть-чуть назад, совсем чуть-чуть. Лили, назад. Так, оглушай. Их там трое, меня это расстраивает очень сильно. Морриган. Отгреби. Так. Чё-то как-то не особо работает, я смотрю, да? Большой призрак, блин, вот и на него надо было нацелиться в первую очередь, да? Так, чё-то как-то никак вообще. Да? А, не-не-не, работает нормально. Сейчас только подгрести. Господи, хоть бы сработало. Не сработало. Это не очень, конечно. Блин, Лиля, отвали. Здесь. Давайте жирного убьем сперва, ага. Так, ребятки. Алистер, блин, ты со своими храмовническими этими самыми мог бы сейчас очень сильно помочь, но у тебя ничего не прокачано, потому что, блин, ты слишком юн. По всем параметрам. Давай вот сюда. Бей. Дюранчиком его обижают. Не сметь. Вот это вот включить надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что делать-то, как быть? Может, конечно, у них жахнуть этой самой, но это бред, если честно. Так, а что я вообще умею делать? Что у меня еще есть? Замораживающая бомба. Создать предметы я не могу. Почему? Потому что, видимо, бой, да? А, опыт на изготовление ядов, твою мать. Точно ж. Я и забыла об этом маленьком нюансе. Так, надо кого-нибудь заморозить, потому что они меня бесят немного. Усилия не обойтись. Угу. Так, жизньки забери. Дюранчик еще живой, это радует. На них вообще... Хотя нет, нет. Дюрана, хоры бить, слышишь? Где ты есть-то? Варюга, вот тебе надо зашатать в первую очередь. Ты мерзотный. Так, ты. Ты сейчас мне по яйцам по своим призрачным получишь. Э, куда? Какого черта-то? Я же на того нацелилась. Ладно, этот помер. Молодцом. Умничка. Умничка ты моя. И вот этого теперь. Да, прекрасно. О, господи, тыщу. Чё-то я не заметила. Слона там. Самая красивая резня, какую я когда-либо видел. Ну, да, это вышло неплохо. Более-менее. Не очень. Если бы я играла, конечно, на высоком уровне сложности, но на нашем нормальном. Так, стоп. Что у нас есть вообще в этом зале? Хорошего книжка. С удовольствием. Рождение пророчицы. Ой, как-то до хрена, давайте потом. Так. Теперь вот там вот уродцы прям напротив стояли. Предлагаю сделать засаду. В наглую причем. Куда ты? Твою мать, Морриган. Вот это сейчас было опасно.
ребят, извините, отвлеклась чуть-чуть. Так, как бы так встать-то, чтобы красиво было? Так, ну Лиля пойдет отвлекать на себя, естественно. Надо все-таки кому-то ловушечки будет выучить. Я даже знаю, кто это будет делать. Так, ну что, пойдем, что ли? Кстати, если вы будете слышать, да, вот примерно вот такие вот звуки, не удивляйтесь. Я справлюсь. Ой, ты тихо, тихо, стоп, брейк, 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 никаких справишься. Назад. Беги, женщина! Влетел слегонца. Так, ты, что ты будешь делать? У вас там желтеньких кто-нибудь есть? Желтеньких нет, это очень хорошо. Ну, подождем пока. Я твоя. Подожди минутку. Раз. Два. Нет, стоп, 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 отгреби. Все, на что ты способен? Так, сделаем. Лили, отгреби. А, не на того, блин, 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 блин. Извините, ляйте, сейчас, сейчас. Вот я сейчас у тебя... Давай. Чё-то я тупанула. Хотела этого оглушить, а оглушила почему-то этого. Почему я это сделала? Так, а чё это все на меня-то, слышь? Товарищ Дюрян, агрессируйте, пожалуйста. Так, вот этого надо бы опрокинуть, он что-то охамел. А может, кстати, что я парюсь-то, господи? Отдыхайте, уроды. Лили, переходи, пожалуйста, на Абдизнибэй. Так, неплохо идет. Надо вот только с тобой что-нибудь сделать неприятное. Например, вот так. Вот так. Алистер, где ты там есть-то, господи? Так, дяденька, вы что-то охамели, я смотрю. Страх так слегка подрастеряли. Морриган, ты так стоишь как-то, знаешь, вот не очень. Так. Нет-нет-нет, плохая идея. Давай. Еще разок. И еще чуть-чуть. Отлично. Так, кто что будет делать? Потеря ориентации. Почему бы и нет? Так, Алистер, Алистер, троечку, давай. Дюранчик, просто бей. Я верю в тебя. Давай в спину, прям вот в спину. В спину! Готово. Ну, нет. Это как-то не спина ни разу. Бежать. Чё ты бухтишь-то тут? Пойдет. Так, теперь самое страшное. Чтоб открылась эта грёбаная дверь. Пожалуйста. Когда у тебя левел, Лилиана? Вот, по-моему, вот здесь вот дочурка кузнеца сидит, если я не ошибаюсь. Блин. Слушайте, может, здесь где-нибудь ключ есть, а? Я хочу ее спасти. Вот я как жопу чуяла, надо было... Так, подожди минуточку. Блин. Ноу. Надо, чтобы всех убивала Лилиана. Ей упадет опыт. И она прокачает. Ага, хрен она прокачает. Ой, идиотка. Зачем? Я же чувствовала, не надо. Это ж не... А хотя нет, подожди. Взлом, это ж немножко не то. Да господи. Лиля, где ты? Стоп. Чёрт. Почему я не взяла взлом? Я ненавижу себя. Блин, может тут реально где-нибудь ключик есть, а? Пожалуйста.
Мне очень нужен ключик. Ну, что еще? Ключик. Что дальше? Ключик. Господи, я же чувствовала, я же знала. Интуиция. Почему я тебя не слушаю? Точнее, слушаю, но не всегда. Так, а где вот эта способность моя? В руках нет. Почему нет? Теперь есть. Давай вот в этого стрельни отсюда прям. Как-то не очень, да? Санва? Первый пошел. Второй. В принципе, тоже. Лиля, отгреби, пожалуйста. А, то есть ты только сейчас до тебя дошло вот это использовать, да? Так, давай, вот это вот мне нужно. Подавляющий стрельб. Молнией... Нет, ни хрена, какая молния, господи, о чем ты? Какая в жопу молния? Вот этого надо убивать. Меня бесит. Подожди, а что там без сознанки, когда я использую? Кто там? Без сознания? Вот, 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 пожалуйста. А что вы стоите? Слушайте, господа, я же вам сказала бить активно. Ты будешь милосердна? Это что-то как-то не похоже на человека, который собирается быть милосердным. Ты вот понимаешь это? Так, мертвец-пожиратель. Вот ты мне не нравишься. Вот совсем. Да, похоже, без насилия. Так, сударь мой хороший, замечательный. Надо бы вас убить как-то. Кто тут самый хилый? Да что-то как-то никого. Дюранчик, ты там как? Что-то они у меня какие-то все разрозненные, мне это расстраивает очень сильно. У каждого... Блин, что за хрень получается у меня тут? Значит так, давайте вот вы как-нибудь на вот этого ты, во-первых, опрокинешь, чтобы он нам не мешал. Ты этого оглушишь. А теперь вдвоем вот на вот этого. Нет, вот, вот на вот этого лучше. Он похилее как-то будет. На него надо бы наложить какую-нибудь порчу. Порчу, я сказала. Это ж порча моя, да? Да. Порча есть. Ля-ля, оно бьет. Потеря ориентации на этого придурка не сработает. Очевидно, он слишком жирный. Так, где мой жирненький? И молния еще его жахнет до кучи. Так, с Лилианой что-то все плохо. Слушайте, вообще, ребят, плохо. Прям плохо, плохо, плохо все. Вот этого бы оглушить. Что-то как-то окружают твари. Не, как-то вот не очень. Вот все плохо, я бы сказала. Что-то в этот раз не вошло. Что называется? Точнее, вошло, конечно, но нам. Они его бьют, конечно, но... Дюранчик. Чё-то надо делать, слушай. Бей вот этого урода. Так. Морриган, что у тебя? Тебя бьют. Прекрасно. Ты еще жив-то, господи. Какого дьявола-то ты еще живой? Все, отлично. Умер хоть один. Слава богу. Так, Лиля. Что у тебя? Давай по яйцам, мама. Так, пусуны, надо кого-то бить. Вот давайте как-нибудь. Аллилуйя, он умер. Так, господи. Надо теперь как-то перегруппироваться, что ли? Что теперь? Перегруппируйся. Так, ты как там с тобой вообще все плохо? Я знаю, что мы сейчас сделаем. Замечательно, Морриган, спасибо тебе большое. Отгребай. Лиля, Лиля, лечись, пока не началось. Целебную препарат. Давай целебную, большую. Среднюю, нормальную, обычную. Я справлюсь. Остальных пока лечить прям вот так вот не буду, наверное. Обойдусь пока. Так, все трое на меня, потому что у меня агрессирован включен.
Алистера, тем не менее, тоже бьют. Но нам надо хотя бы вот от этого избавиться, урода. Приупал, хорошо. Ну, блин, как-то вот в этот раз вот не очень. Вот ты меня еще бесишь, ты меня бьешь прямо в спину, скотина. Алистер, промахиваться сейчас это плохая идея, я тебе так по секрету скажу. Ну вот как-то она, знаешь, ну серьезно, не очень. Так, у меня как-то многовато всего стоит, давай вот этого мы уберем. Чтобы у нас было чуточку побольше магии, хотя бы чуть-чуть. Сейчас нас, в принципе, никто не бьет толком. Минус, отлично. Кто тут еще похилее? Так, ну можно тебе наложить порчу. И жахнуть тебя вот этим вот. А что ты стоишь? Не-не, давай вот этого оглуси. Оглуси? Не, вот этого лучше оглуси. Пока он стоит, мы быстренько будем бить вот этого товарища. Морриган. Ты там как его... И жизьку-то забираешь? Забираешь. Молодец, спасибо тебе. Алистер. Вперед. Оглушай. Алистер, кстати, сейчас загнется. Так, стоп, господи, Морриган. Минус, посонный. Что это был за звук, господи? Ну, более-менее. Могло быть лучше, конечно. Блин, вот эта дверь паскудная, она, конечно, мне вообще все спутала. Я обещала этому чуваку дочь его вернуть. Причем я же знала, что она тут будет. Я знала, что она будет за закрытой дверью. Почему я, мать твою, не прокачала взлом? Вот объясните мне кто-нибудь. Просто почему? Надеялась, наверное, на ключ. Собатенька. Враздебная собатенька. Много враздебных собатенек. Слушайте, мабари, они такие-то. Они не очень, скажу я вам по секрету. Ой, слушайте, а я не помню, кстати, как восстанавливать им выносливость. Сама там 20 лет будет восстанавливаться. Что, вон, видите, у меня 25% замедленного восстановления. Может, конечно, это сейчас все тупо с него снять? Одеть, например, кожный доспех. Ну-ка посмотрим, ради любопытства просто. Не, вот давай, давайте вообще разденем. Просто я хочу посмотреть. Лилиана, наверное, оценит этот вид. Морриган туши подарок. Хотя Морриган... Морриган уже видела. Так, загруженность 5%. Давай вот это еще снимем. Я просто хочу посмотреть. Во! Моментально просто. Замечательно. В небой надо это практиковать. Шлем солдата. Шлем вождя. Три к защите. Давай. Слушай, а у меня Алистер что, без шлема? А какого хрена-то он без шлема? А я, главное, сняла с этого самого... со Стэна шлема Алистера так и не одела. Так сейчас заметила. Ой, дебил, это судьба, конечно. Так, подожди, где мой гном волшебный? Плюс к броне физической сопротивляемости. Давай уж. Кольчужные тапки. Нет, мне... Кстати, как там это выглядит на нас? Это, блин, такой немножечко гейский наряд, уж простите. Гвардейский горами доспех. Замечательно. Где мои тапки? Перчатки и нагруженность охрененная. А до этого как-то больше было. А почему? Все вроде то же самое. Не? Не? Ну да, да. Морриган, конечно, то, что задержка, это присутствует, это из-за чего? У него вроде опора чародея. А, утомляемся, вот 50 сотых. Ну, так-то обидненько. Ну, ладно. Блин, я дочь просру, кузнеца. Черт, меня это бесит. Так, товарищ Дюран, вам надо что-нибудь выключить, потому что у вас как-то всего много, скажу вам. Вот так вот по секрету, вот так чуть-чуть по секрету. Совсем немножко. Это все. Вот это вот. Вот мое горит.
Надо что-то вырубить. Агрессира надо вырубить, хотя бы чуть-чуть побольше будет. Всего этого дела. Нужно надо что-нибудь вырубить. У нее стоит песнь, и все, в общем-то. Что она там делает? Отряд получает бонус к восстановлению маны или выносливости пропорциональной хитрости барда. Бард может... Слушай, что-то как-то мы не успеваем толком ничего восстанавливать во время боя. А остальное куда-то жралось. А, вот все. А что еще-то? Подожди. А, вот-вот, все. Теперь все. Ни хрена себе, сколько жрет эта песнь. Скажу я вам. При этом у меня в бою-то ничего не успевает восстанавливаться. Скажу я вам. Так, нужно что-то сделать с собаками. С другой стороны, мы их сейчас ядом закидаем, и все будет ништяк. Я надеюсь. Надо как-то так встать, чтобы они нас совсем тоже не сожрали. А что я пешком хожу? Вот, тут уже интереснее. Так, Лиля. Надо просто чуть-чуть их, чуть-чуть так согреть. Чуть-чуть. Наверное, стоило это кидать как-то, когда они непосредственно подбегут, да, ко мне? Ну, дым был же. Почему не работает? Черт, а теперь это все не работает. Пилорсы ломают мне мозг. Там можно было кинуть, чтобы там был дымок, и они бы это самое бежали бы дальше. Но нет, здесь так не работает. Ладно, отгребай тогда сюда. Сейчас Морриган постарается. Не ори. Че ты орешь-то? А, она песню включила. Смотри, как. Поет. У нее же, да, у нее в тактике. Я, кстати, им тактику всем включила, но я ее настроила так, чтобы они делали вот все нужные вещи мне, грубо говоря, не бегая никуда. То есть всякое там лечение вовремя и все такое. Собаченьки. Так, ну давай молнией собаченьку. А чё мы встали? Давай в спину. Дюранчик, а ты чё стоишь? Как ненадолго их хватило, да? Прям вообще ненадолго. Ладно, пока не буду ничего смазывать, оружие никакое. Так. Алистер. Чё-то как-то тебя все бьют, я смотрю, да? Да, вот это. А, вот этот вождь. Мабарийский. Давай на тебя порчу наложим. Ужаса немножечко. Устойчивость, эта тварь. Слушай, ты меня прям расстраиваешь. Оп, это самое на меня переключилось. Не очень хорошо. Надо оглушить нафиг ее. Алистер, чё тебе так плохо-то, господи? Чё вдруг-то? Агрессирован. Алистера едят! Нет! Ты посмотри, что делает, сволочь. Нет! Черт, не успела его вылечить, на него кинулись. Может, я все-таки успею как-то? Успею, не успела. Блин, гребаные собаки. Чуть-чуть, миллиметраж, ты понимаешь? Это же надо, блин, проиграть гребаным собакам, выстоять штурм Рэдклиффа и просрать гребаным собакам. Обида вообще, печаль, тоска. Надо эту собаку убить нафиг. Здесь. Сейчас еще Морриган съедят, кстати говоря. Это запросто. Чё-то надо делать. Лиля, помоги. Помоги мне, Лиля. Знаешь, что еще? Вот я сейчас вот так вот сделаю. Блин, заденет с этого самого. Дюранчик, отгребай. Отгреб? Не пойму вообще, где они есть. Одно вроде отвалилось, да? Чуть-чуть так. Но не сильно.
Я успею, интересно, подлечиться. Не хочу рисковать. Потом еще аптечку, если что, тратить. Неохота что-то как-то. Так, Морриган, ты там не умирай, живи. Надо что-то делать. Слушай, включи бронь. А, нет, только не, нет, еще сейчас Морриган отвалится. Вот это будет просто эпик фейл. Нет, да чтоб твою Машу, ты делаешь, да что со мной вообще? Объясни мне. Чё-то как-то у меня сегодня не очень с этими собаками, да? Вот отвлеклась, и все, и ритм, понимаешь, потерян. Теперь у меня вот первый раз такое. Какого дьявола? Вот зачем они лезут? Я про то же. Вот что значит, сейчас еще Лиана загнется, вот смешно будет. Так, убейте, пожалуйста, эту скотину. Она меня бесит. Никогда, никогда не отвлекайтесь в таких играх на середине какой-нибудь боевой ситуации. Так, Лилия, Лилия, по-моему, все плохо у нас с тобой. Лечись, пожалуйста. Я знаю, что ты ранена. Я тоже ранена в самое сердце. Понимаешь? Закончим это поскорее. Ну, бей в спину. Ты сам напросился. Красота. Да, но у меня теперь двое в хлам ранены. Че у тебя там? Вывихнутая конечность. Ладно уж. Че поделать? Сама виновата. А у тебя что? Поврежденный глаз. О! Ни хрена себе. Малая аптечка. А почему они по-разному этим самым расфасованы? А, потому что это одно и то же, в принципе. Идиотка. Что-то как-то, да, не очень. Получилось. Блин, дайте мне ключ от этой штуковины. Пожалуйста, мне нужен ключ. Твою мать, кто еще? Ты еще здесь один такой есть? Господи. Слушай, а что ты сразу-то не выбежал? Хотя, слава богу, что ты не выбежал. Да тварь. Что происходит с камерой-то, ё-моё? Давайте отыграемся на нем. Стоп, 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 стоп. Нужна Лилиана. Ребята, вот сюда. А Лилиана, давай. Тебе нужен опыт. Ну ладно, тогда к бою. Черный кожаный ошейник. Замечательно. Чего? А, расцветочка. Во, подарок для нашего Мабари. Чё-то плюс 30. К устойчивости электричества и к холоду. Какая прелесть. А, теперь понятно, почему на них так плохо все работало. У них, небось, такие же раскраски были, да? Или что-нибудь вроде того? Я никак не обратила внимания. Ключ, пожалуйста, ключ от кузницы. Или что там, оружейное. Лилиана, сколько тебе? Блин, тебе еще до хрена так-то. Сколько, сколько опыта? Очень до хрена, я бы сказала, Барт. Ну, короче, прости, товарищ кузнец, сопьешься, я чувствую ты. Блин, ну вот зачем? Зачем? Мне чтобы подождать с распределением этих гребаных очков. Я теперь идиотка. Ловушка прямо впереди. Спасибо, очень вовремя. А чё мы лежим? А, потому что, да. Ой. Чё-то сегодня у меня не очень вот вообще. Точнее, в первой половине ролика было еще вроде ничего, а вот сейчас уже вот не очень. Так, Лили, где ты есть-то? Меняй. Включай. Бей. Морриган. В принципе, ты можешь подойти. Гаркнуть. Спасибо, отгребай назад, пожалуйста. Да, блин. Как тут удобно местами, а? Я сделаю. Ну, делай. Зачем говорить-то об этом? Так, товарищ гнём. Вот, вот видите, вот это вот надо убить. Оно меня расстраивает. И, кстати, да, можно добить вообще даже. Кто тут еще более-менее раненый? Никого. Бьем. Еще чуть-чуть, говорю, дюранчик. Чпоньк,
Нету его. Отлично. Алистер, давай вот этого. Он как раз между вами стоит, ребят. Давай. Так, огня, конечно, не хватает на этой нежить паскудную. А что отключено-то? Слушай, я отключила, что ли, случайно? Не заметила. Так, вот ты мне не нравишься. Лиля? Видишь, оно подошло к тебе. Дыхание создать. Молодец. Вот это вот мне нужно. Нужно быструю стрельбу отрубить. Алистер, у тебя там как? Так, ну, у вас как-то одинаково, не очень, да? Вам бы надо одно туловище бить какое-нибудь, слушайте. Вам как-то неудобно, вы все стоите. Ни туда, ни сюда. Давай вот этого центрального, какого черта. Лиля, Лиля, давай тут. Так, товарищ Морриган, вам бы тоже не помешало что-нибудь сделать путное для нашего народа. Потеря ориентации. Мужни, конечно. Надо вот, ну, вот этого наложить. Потерю ориентации. Может, сработает. Было бы неплохо. Что у тебя? Сработало. Сработало же, да? Так, Алистер, вот этого опрокинь, он меня бесит. Он мешает, по-моему, нам. И, кстати, защиту бы не помешало включить, ты знаешь? Это... Давай, опрокидывай, Лиля. Вот этому можно в пердак дать. Морриган, нам надо что-нибудь заморозить. Желательно вот, вот это вот. Оно большое, страшное, фу-фу-фу. Отлично, бей вот это. Так, что-то как-то вот не очень. Мы еще в ловушку попали. Вообще не круто. Спокойно. Немного молний. Давайте, бабёхи. Немножко осталось. Алистер, держись. Держись, немного осталось. Давай, друг мой. Молодец. Вот этого оглушай снова. Дюранчик этого вообще опрокинь. Пускай лежит, сволочь такая. Кто тут самый убитый? Давайте вот этого. Стоп, Морриган. Морриган, милая, отгреби сюда. Оглушай. Молодец. Бей вот этого. Замораживай его, я бы сказала. А еще лучше вот этого замораживай. Лиляна, давай ты сюда вот лучше подойдешь. Вот со спины. Хотя там может быть вторая ловушка. Надеюсь, обойдется. Алистер. Щита у тебя, к сожалению, нет, да? Ну, давай как-нибудь так. Может, сойдет. А чё ты стоишь? Я тебе только что даже сказала вот атакуй. Нет, она стоит. Носу ковыряет. Черт, нет, надо лечить. Надо лечить. Помрет мужик. Так. Все, слава богу, господи. Что за славный день? Славный день? Ну, как сказать. Мы никогда столько аптечек не жрали за один день. Скажу я тебе, Морриган. Главное не вступить сейчас никуда. Опять. О, малая аптечка. Вернулась. Потеряли, обрели. Боже, я надеюсь, что здесь где-нибудь будет этот долбанный ключ. От этой долбанной оружейной. Иначе все будет очень плохо. Здесь шкафчик какой-то. Кровать, что он тут делает вообще? А. Так, ну, ладно. Тихо, подожди. Вот сюда вот. Чё в шкафах? Комодах? Камень жизни. Глубинный гриб. Ну и хватит. Все, ребят, давайте мы здесь пока что остановимся. Что-то вот так вот отвлеклась, видите, что получается. Сразу забыла вообще, как драться, как что. И так-то не умела, а тут еще и забыла все, что научила.
В любом случае, надеюсь, что серия вам понравилась. Очень-очень надеюсь, что здесь все-таки есть этот долбанный ключ, это долбанное оружие, потому что иначе мы просрали девку. Просрали дочь кузнеца. И съела кузнеца. Та-та-та-та-та-та. В общем, ладненько. Надеюсь, что вам понравилось, тем не менее. И если это так, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей, оставляйте свои комментарии. До встречи в следующей серии. Может быть, мы даже найдем ключ и все-таки спасем эту бабеху. Либо у нас мистическим образом прокачается Лилиана, что вряд ли. Но чудо может случиться. Если должен. Если должно, оно случится, да. Чудо. В общем, большое вам спасибо, ребят. Всем удачи и до встречи. Пока-пока.